Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглядываете ко мне в гости на канал. И сегодня у нас с вами будет вторая часть еженедельного похода в магазин «Светофор». И я готова показать вам еще одни интересные новиночки. И посмотрите, сколько много конфет завезли. Это просто целый ряд, целые горы конфет. К сожалению, на каждой упаковке, на каждой разновидности останавливаться не буду. В принципе, если вы магазин «Светофор» посещаете, примерный ассортимент конфет вы знаете. Но посмотрите, сколько много появилось. И карамельки, и шоколадные, и вафельные, а также и вот суфлейные птички. Много, много всяких конфет. Но я конфеты не покупаю. Вот. Посмотрите, просто горы. Как раз вот к Пасхе закупаться надо. Какао Несквик. Это новинка. 1 килограмм 186 рублей. Посмотрите, какие большие упаковки. Написано на них, что в какао еще входят и витамины. Содержится полезный комплекс OptiStart. Состав, в принципе, точно такой же, как и у какао Несквик, который продается и в других магазинах. В принципе, ничего не нашла. Килька обжаренная, 240 грамм в жестяной банке. Это килька крымская. На секундочку, вот такое уточнение. Посмотрите, вот у нас керченское производство, Республика Крым, город Керчь. Черноморская неразделанная обжаренная в томатном соусе килька. Шпроты в масле 150 грамм, жестяная банка 27 рублей. Это вот те самые шпроты, мелкие с головой, про которые было у меня видео. И те, кто не верил, что такие шпроты бывают, вот посмотрите, опять они есть в наличии. Так что я вас не обманула. Персики пикалин 850 миллилитров, большие жестяные банки, состав хороший, персики в сладком сиропе, состав абрикосы. Абрикосы, почему абрикосы? Видно, есть еще и абрикосы, уже все заговариваюсь. Сахар и вода. Колбаса купеческая слобода, 180 рублей. Производство фирмы Анком. Это тоже новинка. Сейчас покажу вам поближе состав. Честно говоря, он меня смущает. И во всех колбасах фирмы Анком состав вот такой расширенный, с большим количеством добавок. Ветчина домашняя, 170 рублей. Очень жалко, что в магазинах «Светофор» не бывает колбаски на разрез, чтобы можно было видеть, что она из себя представляет. Но вот состав: говядина, свинина, вода, нитритная соль и другие добавки. К сезону пикников завезли вот такие интересные наборы для пикника, состоящие из пластикового контейнера. Контейнер с крышкой. Также входят 4 суповых тарелки, 4 стакана, 4 ложки и 4 вилочки. Пластик плотный и прослужит вам не один сезон. Очень удобно такой комплект иметь всегда в машине. Даже отправляясь куда-нибудь в поездки, в командировки, у вас всегда будет с собой посуда. Это, правда, очень удобно. Также пока еще есть наличие сапоги по 180 рублей. Обычные стандартные сапоги, ничем не примечательные, как и везде, как и во всех магазинах. Кеды слепоны мужские 250 рублей. Хочу обратить внимание, что очень много больших размеров, 44, 45, 46. Для мужчин с большим размером ноги это просто спасение. Я знаю, что для них очень трудно найти обувь. Также завезли очень много опять детских слепонов, кедов. Посмотрите, вот эти розовые, про которые я думала, что они идут со шнурками. Джемпер, футболка 140 рублей детская, представлена, посмотрите, в разных вариантах расцветок. 100% хлопок. Джемперы в меру плотные, я бы сказала, они слегка тонковатые, но все равно выполнены неплохо. Кстати, на моем канале вышел ролик об одежде и обуви из магазина «Светофор», которую я покупала, и отзыв формата до и после, так что советую посмотреть. Полотенца махровые в различных вариантах расцветки, размеров, посмотрите. Очень хорошие
хорошие полотенца, впитываемость у них прекрасная. Мне понравились. И очень классные, повторюсь, у них расцветки. Вот красивое вот такое сиреневое полотенце, розовое мне очень нравится. А также вот завезли вот такие более рыже-коричневые расцветки. Сухарики ржаные 200 грамм, 26 рублей. Тоже это новиночка. А сухарики по типу три корочки или кириешки, которые были раньше популярны, они идут с разными вкусовыми добавками. Вот такой соевый соус я покупала. На вкус соевый соус неплохой, но единственное, он слегка жидковат. Такое ощущение, как будто он разбавлен. Но, в принципе, что мы хотим для этой цены, кажется, стоил он в районе 60 рублей с копейками. Пюре фрута няня 130 грамм, 34 рубля, формат «возьми с собой на прогулку». Очень хорошее пюре, мы покупали, пробовали, никакой аллергической реакции у нас не возникло, так что, в принципе, можете брать. И очень мне нравится, что идет добавление злаков, более такие пюрешки питательные для деток. Также еще очень много игрушек, это и куклы, и настольные игры. Ссылочку я вам оставлю вверху и в описании, так что посмотрите, я делала подробные обзоры на каждый из этих игрушек. Также есть еще в наличии вот эти арт-наборы, тоже я показывала, что входит в состав. Ссылочка будет вверху, если не видели, переходите, смотрите. Раскраски, прописи по 43 рубля, очень они мне понравились, формат А4. Посмотрите, тут есть как и прописи на каждой странице, также есть и рисунки, раскраски, очень удобно, а также в середине еще идут и наклеечки, так что ребенку будет интересно, и много всяких интересных заданий. Так что для больших деток я вам советую, в фикс-прайсе подобные прописи стоят намного дороже. В плане книг светофор, конечно, выигрывает. Также есть раскраски и с роботами-трансформерами. Посмотрите, есть еще журналы со всякими правилами этикета, как себя вести, правила поведения. Все очень интересно, красочно написано. И в каждом таком журнале идет еще вставка с наклейками. И мне понравилось, что приятная бумага на ощупь, слегка шершавая, и красивые, конечно, рисунки. Книжки подарочные по 97 рублей. Это вообще сказка в прямом смысле этого слова. В таких книжках по несколько сказок. Посмотрите на эти иллюстрации. Настолько они яркие, такие добрые, милые. Также я нашла еще книжку «Любимые сказки по слогам» для деток, кто учится читать. Посмотрите, каждое слово поделено на слоги и также стоит ударение. Очень, конечно, удобно с детками учиться читать. Переходим к садовым товарам. Бочка 30 литров 360 рублей, точнее, это не садовая бочка, она пищевая, плотный пластик с двумя ручками и плотно завинчивающаяся крышка. Так как бочка из пищевого пластика, можно использовать, например, для засолки огурцов, квашения капусты, а также, например, для засолки квашения грибов. Почему бы и нет? Также есть еще вот такие баки на 32 литра, 357 рублей. Баки тоже пластиковые, и еще к ним идет крышка в комплекте. Пластик плотный. Производство Удмуртская Республика. Мел цветной 8 штук в упаковке, 6 цветов, 50 рублей. Большие кусочки-то, палочки вот такие меловые. Очень ребенку будет удобно держать, потому что они не выпадут такие большие. Средство универсальное для чистки унитазов, ванны, 10 в одном. Я такое средство покупала, мне понравилось, очищает хорошо. Единственное, не используйте для акриловых ванн. Гель для чистки унитазов Санитол за 34 рубля, тоже моя постоянная покупка, очищает хорошо, подходит для кафеля, стекла и металла. Но при чистке используйте перчатки, потому что средство достаточно едкое, чтобы вам не пожгло руки.
Средство для мытья пола Мистер Десс 44 рубля. Также я вам показывала и покажу еще, потому что это новинка. Средство лимонная свежесть с ароматом лаванды и морская свежесть. Подходит для всех типов полов, ароматизирует, очищает и не оставляет разводов. Вот такая интересная новинка. А также к Пасхе советую вам покупать вот такие большие рулоны пергаментной бумаги по 30 метров. Очень удобно, подходит как для духовых шкафов, а также и для СВЧ-печей. Вот такая прогулка у нас получилась. И как всегда, если вам видео нравится, поддерживайте его пальчиком вверх. Ну а если гость на моем канале, подписывайтесь, давайте дружить. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новинок в наших любимых магазинах. Спасибо вам за внимание, до скорых встреч, пока-пока!